So now let's look at the Greek era from 331 BC to 166 BC. Итак, мы с вами переходим к греческой эпохе, которая продолжалась с 331 года по 166 год. And the first period was the shortest but the most magnificent, the period of Alexander the Great. В этой эпохе первым периодом был краткий период правления Александра Великого, но в то же время очень яркий и примечательный период. Alexander is one of the most interesting and intriguing men in the history of the world. Александр — это очень интересная личность, заманчивая личность в истории. He grew up in the city of Pella, right here in what it was at that time called Macedonia. Он вырос в городе Пела, вот эта территория Македонии. Macedonia at that time consisted not only of that part of northern Greece we call Macedonia today. В то время Македония состояла не только из той северной части Греции, которую в современной географии мы называем Македонией. But it also included much of what we call today, or what we used to call Yugoslavia. В то время Македония также включала в себя Югославию. As well as Bulgaria. Болгарию современную. So it was quite a large region. То есть можно сказать, что это была достаточно большая территория. And there was a young warrior there by the name of Philip. И в Македонии жил один молодой полководец, его звали Филипп. Philip had a desire to conquer the Persians and take over the Persian Empire. У Филиппа было огромное желание победить Персидскую империю и захватить ее. And when Philip was 26 years old, he took a wife, a woman by the name of Olympia. А когда Филиппу было 26 лет, он женился, и его жену звали Олимпия. And she proved to be a very enigmatic, puzzling creature. Это оказалась очень загадочная, интересная женщина. She was a strong and ambitious woman. Она была очень сильной и тщеславной. She was also a very superstitious woman. И в то же время она была очень суеверной. She would consult with the spirits in the occult world. Она очень часто обращалась к оккультным практикам для того, чтобы посоветоваться с духами. She was said to sleep with a serpent, a snake. She would sleep with a snake. Даже говорили о том, что она спала со змеем. She frightened Philip very much. И поэтому она очень сильно пугала Филиппа. This man was willing to go out and fight enemy soldiers in battle, but he was afraid of his wife. Посмотрите, с одной стороны, великий полководец был готов вместе со своими солдатами против персидской армии, персидской империи двинуться, а с другой стороны, он боялся собственной жены. He didn't know if she was human or part god or what. Он даже сомневался, может быть, она не просто женщина, может, она наполовину бог. But she had a son by him. And that son was Alexander. И вот от нее у Филиппа родился сын, и сына звали Александр. And Philip, wondering what kind of person his wife was, even went down to southern Greece to the area of Delphi, where the famous Oracle of Delphi was located. И для того, чтобы узнать, кто же такая его жена, Филипп даже отправился на юг Греции, где жил великий прорицатель. And he consulted the oracle at Delphi as to whether his wife was a human or a god. А вот он обратился к этому прорицателю и хотел узнать, может быть, это даже не женщина, его жена, может быть, это божество какое-то, богиня. And according to Greek myth and tradition, а вот по греческим преданиям, по греческим мифам, the oracle didn't tell him whether his wife was a god. А прорицатель не ответил на этот вопрос, не сказал, божество она или нет. But he said to him, be very careful to take care of your son, because he is going to serve as a god. Но он сказал следующее: лучше позаботься о своем сыне, потому что к нему будут обращаться как к богу. And so with that knowledge, young Alexander was raised up thinking and learning that he was a very special man. И потому что отец заботился о своем сыне, конечно, он рос в такой вот атмосфере, что он особенный. Philip gave the best of everything to his son, because his son was destined
to be a god. Филипп верил в то, что его сыну суждено стать богом, и поэтому он отдавал ему все самое лучшее. Особенно он хотел, чтобы у него было самое лучшее образование. He went and found the best teacher he could find to train his son. Он нашел для него самого лучшего преподавателя, которого только мог найти в то время. That teacher was the famous philosopher Aristotle. Преподавателем стал знаменитый философ Аристотель. And then he began to teach his son the principles of warfare. И кроме этого, он также обучал своего сына военному искусству. He found his son to be a very brave young man. Он увидел, что его сын достаточно храбр. The first realization of this came when Alexander was only 13 years old. Впервые он осознал, насколько смелый и храбрый его сын, когда ему было 13 лет. And there was a horse that they were going to destroy because nobody could tame that horse. Была одна лошадь, которую они уже собирались убить, потому что никто не мог укротить эту лошадь. And young Alexander said, "That horse can be tamed. You just have to know how to treat him." И тогда молодой Александр сказал, что эту лошадь вполне можно укротить, нужно просто знать, как с ней обращаться. And within a very short period of time, he had that horse calmed down, and he could ride. И за короткий промежуток времени он смог укротить эту лошадь, и она успокоилась. That horse became Alexander's companion. И потом он мог уже скакать на ней верхом, и эта лошадь стала его товарищем во время сражений. His fearlessness and taking on this wild horse and training him caused his father to say, "Surely this boy is very special." И вот тот факт, что Александр был настолько бесстрашен, что он взялся вот за эту задачу укротить этого дикого коня, привело к такому заключению его отца, что это должен быть особенный какой-то у него сын. By the age of 13, Alexander was already going out into battle as a warrior with his father. Уже когда 13 лет было Александру, он вместе с отцом участвовал в военных действиях. And when he was 14, he saved his father's life in battle. А когда ему было 14 лет, он даже спас жизнь своему отцу во время сражения. By the time he was 18 years old, he was a general. Когда ему было 18, он уже стал генералом. And it looked like we were going to have a great father and son team that was going to go and conquer the world. И было такое ощущение, что вот отец вместе с сыном будут одной командой и вместе будут покорять весь мир. Philip had managed to conquer all of the Greek peninsula, the peninsula known as Hellas. Филиппу Македонскому удалось завоевать все, что вот называлось полуостровом Эллада. His lifelong dream of now moving into Persia and conquering the Persian Empire. И он уже был готов к тому, чтобы осуществить заветную мечту всей своей жизни и направиться на сражение с Персидской империей. But about that time, Alexander and his father had a falling out, and they became estranged from one another. Но как раз в это время возникли некоторые проблемы между отцом и сыном, и они отдалились друг от друга. And then 2 years later, when Alexander was just 20 years old, через два года, his father was assassinated. Когда Александру было 20 лет, его отца убили. Even though he was assassinated in a public setting and the assassins were immediately captured. Несмотря на то, что вот это убийство произошло публично, то есть в окружении людей, и убийц сразу же схватили. There was some question as to whether Alexander or perhaps his mother or perhaps both together were involved in arranging for the assassination. Были различные разговоры и возникали мысли о том, что может быть Александр был заговорщиком, может быть его мать или они вместе сообща решили убрать своего мужа и отца. We do not know whether Alexander had a part in the assassination. Мы не можем точно знать, участвовал ли в этом заговоре Александр против отца или нет. But we do know that at the young age of 20, Alexander, ready or not, was made the king of Philip's kingdom. Но мы знаем точно, что когда Александру было 20 лет, был он готов к этому или не был он готов к этому, ему пришлось занять царское место отца. And Alexander wanted to continue the conquest that his father
had envisioned. Александр хотел продолжить дело отца и завоевать то, что он хотел завоевать. And he did it not just because of his love of power, though that was there. И он преследовал эту цель не ради любви к власти, хотя такая любовь к власти в нем была. He also wanted to conquest the world because of his love for Greece. Он также хотел захватить весь мир, потому что любил Грецию. His studies with Aristotle convinced him that the Greek philosophy and language was the greatest in the world. Когда он занимался вместе с Аристотелем, он убедился в том, что греческая философия, греческий язык, искусство и все остальное самое лучшее в мире. Rather than using logic to convince the world of his convictions, вместо того, чтобы просто использовать логику и убеждения и внедрить вот греческую культуру в другие страны, Alexander set out to conquer the world and to impose Greek culture by force. Александр решил захватить мир и насаждать силой греческую культуру. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. So then after establishing his rule in Greece, he then marched eastward and he began going through what is today the country of Turkey. А после того, как он установил свое царство в Греции, он отправился на восток и захватил вот эту территорию, которая является территорией современной Турции. Won a significant battle at a place called Granicus River. Одна очень важная битва произошла вот здесь вот у реки. Not too far from where the city of Troy was located. Недалеко от города, где располагалась Троя в Греции. Went on down through Lydia and then through Phrygia. А он прошел через Лидию, через Фригию. Until we reach the Battle of Issus that I've already mentioned. И вот я уже говорил вам о том, что потом он дошел до реки Иссы, и там была битва. Об этой битве я уже вам рассказал. Now, unfortunately, my map of the conquest of Alexander is not on the computer. К сожалению, вот та карта, которая показывает, каким образом продвигался Александр Македонский и как проходили его завоевания, у меня нет этого слайда в компьютере. And you may not be able to read this. И вы наверняка по-английски не сможете прочитать, что здесь есть что. But I'll pass this around, and if you follow the black arrows, you can follow the conquest. С другой стороны, если вы посмотрите, куда ведут черные стрелочки, то вы увидите маршрут движения Александра Македонского. And after the battle of Issus, where he после битвы при Иссе, когда персидская армия фактически была уже разгромлена. He continued on down the coast of the Mediterranean. He was able to take Egypt. Вести бои уже по побережью Средиземного моря, направлялся к Египту. Built a city he named after himself called Alexandria on the in a beautiful harbor on the coast of north coast of Egypt. На северном побережье Египта он построил прекрасный город, который назвал в свою честь Александра. Alexander became just one of more than 30 Alexander cities that he built and had named after himself. Александрия стала одним из городов, одним из городов, а вообще таких вот городов, которых он назвал своим именем, было около 30. Alexander was not a modest man. То есть можно сказать, что Александр был не очень скромным. He had no problems naming cities after himself. То есть у него не было проблем с тем, чтобы называть города своим именем. You see, what had happened was Alexander had determined that he was going to conquer the Persians with his armies and not with his navies. Александр Великий решил, что он займет, захватит Персидскую империю с помощью своей армии, а не с помощью флота. So he essentially dismantled his navy. И поэтому он распустил фактически флот. And thought that the best way to stop the Persian navies was simply to destroy all the harbors
along the Mediterranean as he conquered. И решил следующее для того, чтобы уничтожить и морской флот Персидской империи, нужно просто портовые города все уничтожить. And one of the harbors that it was crucial for him to destroy was this harbor at Tyre. А и как раз вот этот портовый город около Тира ему необходимо было обязательно уничтожить. Yet when he reached Tyre, he did not have a navy that he could go and attack the island. А помните, мы вчера с вами говорили о том, что жители скрылись на острове, в крепости, и у него, естественно, не было флота для того, чтобы добраться до этого острова. Which was about 1 kilometer away from the shore. Расстояние от берега до острова составляло где-то 1 километр. And so that's when he destroyed the mainland part of the city of Tyre. И таким образом он разрушил город Тир. And used the stones from the buildings there to build a land bridge, a causeway out to the island. И использовал камни от построек, от зданий для того, чтобы выстроить такую вот дорогу с побережья до острова. It took him 7 months to accomplish. Для того, чтобы осуществить эту задачу, ему потребовалось 6 месяцев. But ultimately he was able to destroy Tyre. Но в конце концов он полностью разрушил Тир. And so then, after conquering the west, the east coast of the Mediterranean and the land of Egypt. А после того, как он захватил восточное побережье Средиземного моря, а также захватил Египет. He began to move eastward into the center of the Persian Empire. Он двинулся на восток, уже к центру Персидской империи. He gave the final defeat to the Persians at the Battle of Gargamela. Также было сражение при Гаргамеле, или еще в учебниках написано Арбеле. И это там Персидская империя получила еще один сокрушительный, уже окончательный удар. Then he began to move south and he conquered Babylon. После этого он двинулся на юг и захватил Вавилон. And then took the beautiful great city, the winter capital of Persia, at Persepolis. И затем захватил очень красивый город, в котором располагался зимний дворец. Этот город назывался Персеполь. And if you ever want to see beautiful ruins of a city, если вы когда-нибудь захотите увидеть красивые развалины, не просто развалины, а красивые развалины города, perhaps some of the most impressive in the world today are the ruins of the city. То вы получите огромное впечатление, если будете рассматривать именно развалины Персеполя. I had the privilege of visiting there about 2 years ago. 2 года тому назад у меня была такая возможность посетить это место. And was astounded by the vastness of the city and the ruins. Просто я был изумлен, когда увидел эту картину, насколько огромным был город и какие там развалины. Well, that city was destroyed by Alexander. Этот город был разрушен Александром и его армией. In fact, the story is that while he was staying there, he stayed there for a period of about 4 months after he conquered the city. После того, как он захватил этот город, он остановился там где-то на 4 месяца. And one night after a very wild drunken festival. И вот однажды ночью после того, как закончилась одна дикая вечеринка, когда все напились. Which was quite common for Alexander and his army. И вы наверняка знаете, что для Александра и для его армии это было естественным делом проводить такие вечеринки. In a state of drunkenness, they decided to burn the city of Persepolis. Вот, будучи опьяненными, они решили, что этот город нужно сжечь. And Alexander ordered, if you're going to burn this city of Persepolis, burn first the palace of Xerxes. И тогда Александр сказал, что если мы сожжем этот город, давайте начнем с дворца Артаксеркса. Which was an act of retaliation of Xerxes, who many years before had tried to conquer Greece. Таким образом он решил отомстить Артаксерксу, который несколько лет до этого пытался напасть на Грецию.
When the people of Greece and Macedonia heard that Alexander and his armies had destroyed the beautiful city of Persepolis, they were horrified. Когда уже в Греции люди в Македонии люди услышали о том, что Александр и его армия решили уничтожить и сжечь город Персеполь, они просто ужаснулись. Why destroy such a great city? Они не понимали, зачем нужно уничтожать настолько красивый город. Alexander himself, when he sobered up, was very sorry that he had destroyed the city. И сам Александр, в общем-то, когда протрезвел, пожалел о том, что он натворил. Because he had come to appreciate the Persian culture. Дело в том, что он все-таки высоко ценил персидскую культуру. He adopted many of the aspects of Persian culture. Потому что многие аспекты персидской культуры он тоже использовал. He even married a Persian woman and had a child by that Persian woman. Он даже женился на жительнице Персии, и у него был ребенок от нее. But then after 4 months in Persepolis, he continued to move east and conquer. Проведя 4 месяца в Персеполе, он отправляется снова на восток и дальше захватывает земли. He made it all the way to the Indus River, the borders of what is today India. Фактически он уже дошел до границ современной Индии, дошел до реки Инд. He was prepared to move on into India and keep going all the way to the coast of China. Он собирался захватить Индию, а дальше продвигаться до Китая. But by then, two things had happened. Оно произошло две вещи, которые не позволили ему это сделать. One, his army, which had been away from home now for almost 10 years. Во-первых, армия, которая уже была вдали от дома на протяжении 10 лет, was very weary, and they said, "We cannot go on any longer." Очень сильно истощилась, и они сказали, больше мы не можем идти. And then, secondly, Alexander himself was injured in battle. И вторая причина. В том, что был ранен Александр в одной из битв. Injured almost to the point of death. Фактически это была смертельная рана, но он не умер. And that convinced his army that maybe he was really not a god after all, because he was looked like he could die. И вот армия его начала сомневаться в том, что Александр бог, потому что вот он был в таком состоянии, что чуть не умер. But it also took much of his energy during a long period of recovery. Ну и фактически борьба за выживание, вот когда он был ранен, также лишила его очень многих сил. And so he consented to turn back towards Greece with his armies. И тогда он решил, что пора возвращаться домой, пора идти в Грецию. He went down the Indus River and then traveled west along the shores of the Indian Ocean. То есть сначала они спустились по берегу реки Инд, а потом вдоль океана. Ultimately came to Babylon. Через какое-то время пришли в Вавилон. And it was supposedly there while he was planning another attack down in the areas of Arabia and so forth. И будучи в Вавилоне, он еще размышлял о том, что совершить еще какой-нибудь набег в Аравии. That he contracted a fever. Но заболел лихорадкой. And because he was in a weary state from 12 years of fighting and battles, так как силы его уже за 12 лет истощились сильно, also probably feeling the effects of riotous and drunken living for all those years, его организм уже испытал какие-то последствия после его так столь распутной жизни и постоянного пьянства. Though he was only 33 years old, хотя ему было всего 33 года, I think your text says he's 32. В ваших учебниках написано, что ему было 32. Но ему почти 33 было. He died of fever. Он умирает вследствие этой лихорадки. Leaving his wife and one-year-old son. Остается жена и сын, которому было всего один год. Some say that he died after the result of one of his drunken parties. Некоторые думают, что он умер не из-за лихорадки, а вот просто во время какой-то бурной вечеринки в результате пьянства. But that's probably not the case. Ну, скорее всего, не это было причиной его смерти. Probably it was more just the combination of his wild living and hard life as a soldier. Скорее всего, здесь сочетались и трудная жизнь солдата, и такая вот распутная жизнь. Some people think that if Alexander hadn't have died in Babylon at the age of 33,
He probably would have died in battle somewhere along the way. А некоторые думают, что если бы Александр не умер в Вавилоне, когда ему было 33, все равно бы по дороге домой в каком-нибудь из сражений он мог бы погибнуть. Alexander just was not of the temperament to be one to sit in his house and be an administrator. Потому что темперамент у Александра был такой, что он не стал бы сидеть на одном месте и с этого места управлять государством. He was a warrior. А он был воином. He lived as a warrior. Он жил как воин. He died as a warrior. И умер как воин. That's probably what would have happened somewhere along the way. Скорее всего, даже если бы он не умер в Вавилоне, он все равно где-нибудь на поле битвы бы умер. Now Alexander had a very short life. Жизнь его была достаточно короткой. Life he left a legacy that profoundly affected subsequent history. Но с другой стороны, все его завоевания оставили определенное наследие, которое оказало большое влияние на последующую историю. Although his personal achievements were largely military, несмотря на то, что его достижения в основном были военными, he laid the foundations for the cultural development of Western civilization. Он все-таки смог заложить основания для дальнейшего развития культурного развития западной цивилизации. As we saw, even 300 years after his death, the Greek language was still the language of the Roman Empire. И мы с вами уже говорили о том, что 300 лет прошло со дня его смерти, а греческий язык продолжал быть общим языком уже даже в Римской империи. The Koine Greek, which was the common man, the marketplace Greek. А вот этот греческий, который называется Koine, распространенный язык в торговле среди обычных людей, dominated the Western world until the beginning of the Byzantine Empire in the 4th century, in the year 395. Был распространен на Западе до того, как появилась Византийская империя, то есть фактически до 4 века, а если более конкретно, то 395 года. The New Testament was written in this Koine Greek language. Новый Завет также был написан на этом греческом Koine. The Old Testament was translated from the Hebrew into the Koine Greek in the 2nd century BC. Во втором веке до Рождества Христова Ветхий Завет также был переведен на греческий язык Koine. He built, as I mentioned, many Alexander cities throughout his empire. Я уже говорила о том, что на территории Греческой империи он построил много городов, которые назвал своим именем. More than 30 of them. Более 30 с названием Александрия. And the Greek culture he spread was named after the official name of the Macedonian peninsula called Hellas. И вот греческую культуру он распространял повсюду, где он был, и фактически вот этот процесс распространения греческой культуры был назван в честь этого полуострова Эллада. And hence we have the word Hellenism. Вот таким вот образом и появилось слово эллинизация.